вообще не окружить, не очень тяжело. Ну ничего, держали. Уже наконец-то я все-таки дома, на своей родине. В данный момент я даже не знаю, чего мне больше хочется. Отдохнуть после всего этого и забыть, насколько еще там происходит. Мне также хотелось, чтобы все-таки все остальные ребята, которые там находятся, все делают, скорее бы залезли.